Помочь вернуть Петрозаводку былую славу зеленого города. Города с динамично развивающимся производством. Все это под силу молодым, отметила с самого начала встречи с лидерами форума Ирина Мирошник. Она активно поддержала масштабное мероприятие, посчитав, что у поколения X большой потенциал. Как сделать город Петрозаводск уникальным, самобытным, опять-таки комфортным для проживания? Очень такой большой комплекс задач. Эта работа не так, может быть, заметна, но она очень важна. Молодежь хочет быть полезной. Смело, несмотря на все риски, идет в бизнес. В рамках общественных инициатив проводит праздники, убирает улицы и дворы от мусора. Но им нужна помощь взрослых. Отсюда и предложение. К примеру, организовывать двусторонние встречи работник-работодатель, чтобы оперативно решать актуальные вопросы. Или сделать более функциональным поиск работы через интернет. Заходишь на сайт, смотришь город Петрозаводск, вакансии, направление выбираешь любое, и смотришь вакансии, которые есть свободные, какая тебе подходит, в принципе, можешь прийти на собеседование. Городская власть молодых лидеров услышала. На встрече даже прозвучало предложение о том, что кто-то из ее участников, возможно, вскоре будет приглашен на работу в мэрию.